Кандидаты в депутаты Мажилиса парламента по одномандатным округам проголосовали на парламентских выборах. Известный спортсмен Даулет Урлыханов и общественный деятель Даулет Мукаев отдали свои голоса в столице. Воспользовался своим конституционным правом и Ербол Кубентай. На избирательный участок в Восточно-Казахстанской области он пришел с 85-летней мамой. Отметил, что это политическое событие, безусловно, повлияет на перспективы развития страны. Оксана Коленова, которая также баллотируется из этого региона, считает, что смешанная избирательная система обладает большим преимуществом. Претендент на депутатское кресло из Уральска Надир Курумбаев проголосовал на участке номер 269. Свой выбор сделала и представитель политической партии «Ак-Жол» Меруерт Казбекова из Акмолинской области. В Атырауской же области проголосовали свыше 400 тысяч человек. Одна из них – председатель областного филиала Общенациональной социал-демократической партии Нурайш Камалова. Нурайнаш.